Срочная информация, только что узнал 3 новых бонус-кода на халяву. Помимо того, что был с утра, о котором все говорили, появилось еще целых 3. Сейчас вам их покажу. С вами Бомбилка, погнали, мужики, скорее. Если мне нужен премиум-танк или много золота, я захожу на vodkit.ru. Тут в каждом сундуке лежат призы. Что выпадет, решит твоя интуиция. А раздача 5000 золота определит счастливчика дня. Зайди и проверь. Ссылка в описании. Снимаю этот внеплановый ролик только по одной причине. Только что появилась еще одна халява на бонус-коды. Целых 3 бонус-кода, которые дадут вам шанс, точнее, какой шанс? Вы сможете получить, обязательно получите халяву от ВГ абсолютно бесплатно. Так что вот такой вот внеплановый ролик, обязательно смотрите его от начала до конца. И давайте подробно разберемся, какие бонус-коды, коды, как и где их вводить и на что они. В общем, первая новость, которая самая важная. Сегодня с утра вообще непонятно с какого и откуда появился новый бонус-код от ВГ, я так понимаю. Он ограниченный был, у него было ограниченное количество использований, но, насколько я знаю, довольно большое. Сразу же он полетел везде по группам ВК, по YouTube-каналам, просто где его только не выставляли. И буквально за 5-10 минут после того, как его опубликовали, он стал недействителен. То есть за 5-10 минут его расхватали. Этот бонус-код давал один день премиум аккаунта. Сейчас на экран покажу вам скриншот из паблика, где публиковали этот код. Кстати, если хотите первыми узнавать о всех акциях и халявах, подписывайтесь на паблик ВКонтакте Бомбилка. Вот ссылка на него в описании. Там все эти бонус-коды, вся эта халява для вас. Вы можете всегда первыми узнать и все ввести, активировать. Ну а теперь едем, собственно, к самому интересному, собственно, к тому, ради чего мы здесь собрались. Вот, будет еще целых 3 бонус-кода, которые вы сможете активировать. Прежде чем я покажу вам, расскажу, какие, сейчас мы подведем победителей нашего ежедневного розыгрыша. Вот сегодняшние победители, которых я уже публиковал в утреннем видосике. Вот они на вашем экране. Целых 2 счастливчика получают свои подарки, с чем мы их, безусловно, от души поздравляем. А если и ты, да, именно ты, мой дорогой зритель, хочешь тоже на халяву получить абсолютно бесплатно либо голдишку, либо премиум аккаунт, либо какой-нибудь танчик в этом ролике прямо, то нужно выполнить следующие условия, которые сейчас будут вверху экрана. Подписаться на канал Бомбилковод, поставить лайк этому ролику, активировать колокольчик и оставить позитивный комментарий с игровым ником. Вот такие просто элементарнейшие простые условия, обязательно их выполняй, и халява, подарочки будут твоими, и главное вовремя их забери. Ну а теперь мы, собственно, переходим к самому интересному, к тому, что просто, я думаю, всех волнует. Что же за бонус-коды и как же их получить? Вообще, что такое бонус-коды? Несмотря на то, что эти коды, да, довольно известные вещи, многие знают, но я встречаю такую вещь, что некоторые люди, и мне ВКонтакте недавно писали, людей разводили на эти бонус-коды. И я хочу вас, перед тем, как перейти к самому интересному, предупредить об очень важной информации. Не все продавцы бонус-кодов честные, точнее, честных продавцов бонус-кодов практически не существует на просторах интернета. Поэтому я настоятельно рекомендую вам не покупать бонус-кодов ни на каких сайтах, нигде вообще. Ни в группах ВКонтакте, ни у продавцов каких-то, в котором вы практически на 100% верите. Потому что существует такой вид мошенничества. Людей просто-напросто разводят на эти самые бонус-коды, то есть продавец предлагает вам купить какой-то код, честно там рассказывает, что это все будет работать, что у вас будет там Е25 за 100 рублей, вы отправляете ему деньги, в итоге вам просто ничего не присылают, либо присылают недействительный код, а потом вы попробуйте, докажите, что вы не ввели этот код на каком-то другом аккаунте. В общем, ребят, ни у кого не стоит это покупать. Бонус-коды можно выиграть, можно получить бесплатно за какие-то
акции за какую-то халяву от ВГ, от бомбилки, но никак не купить. Так что обязательно учтите этот факт. Ну а теперь давайте все-таки перейдем к самому интересному, к тому, что волнует, наверное, многих, что за бонус-коды вас ждут в этом ролике и на что они. Три бонус-кода будут, которые могут быть абсолютно на что угодно. Это может быть как премиум танк 8 уровня, это может быть как премиум аккаунт, как 500 голды, 10 тысяч голды. В общем, коды абсолютно случайные, и именно, кстати, по этому соображению я решил на фоне в этом видео показать бой на танке КВ-2, который в этом же смысле тоже является абсолютно случайным танком, как и бонус-коды, о которых мы с вами сегодня поговорим. Он может кидать вертушки, может пробить абсолютно на шару и вытащить бой, который не снился никогда, а может не пробить, промахиваться каждым выстрелом, и у вас будет дико от него бомбить и гореть пукан. Так что танк очень спорный, очень случайный, рандомный, но в том же смысле и желанный поэтому, как и, собственно, те бонус-кодики, о которых мы сегодня поговорим. Кстати, пока мы будем тут обсуждать эти кодики, на фоне этот КВ-2 сейчас просто разорвет все ваши шаблоны, вынесет весь мозг. Посмотрите, он вдвоем с союзником остался против 5 машин. Ваншотит, сейчас Т-34, на него едет ЛКВшка, сейчас ее тоже КВ-2 пытается таранить, сейчас заваншотит ее буквально, у нее, у парня остается 14 хп, точнее, мы снимаем, и сейчас, если мы отъедем, то это будет, конечно же, ваншотик, да, ЛКВ-103 тоже отправляется в ангар. Кстати, тем временем наш союзник с ником топ-нагибатор 73 на этом же КВ-2 тоже ушел в ангар. У нас 5 фрагов, и наш парень на КВ-2 остался один против 3 машин. Посмотрите, какая заруба в этом ролике у нас начинает происходить. В этом сражении, точнее. Просто какая лютая жесть. Сейчас этот бедный КВ-2 попытается как-то проехать вперед, разобраться с ОИ, разобраться с КВ-1, прокинуть вертушку. Там ОИ уже просто выглядывает из-за холмика. У него совсем нет ХП. Но если мы сейчас грамотно на него сведемся, то все должно быть хорошо. Японец выезжает вперед на нас. Остается буквально 8 минут. Просто затягивает бой, потому что КВ-2 хоть есть ХП, но, кстати, посмотрите, какие машины против нас. Это эти же японцы, которые фугасами тоже могут колоссальный бред творить и беды нанести еще больше, чем наш КВ-2. Ладно, 12-14, смотрим, что происходит. Сейчас здесь будет КВ-1, на него 462 ХП, КВ-1 выезжает на нас, твою дивизию. Японец заходит слева. Ох, нужно отписывать вертушку. Ох, нужно отписывать вертушку по японцу. Сейчас будет КВ-1 здесь. Вертушка по японцу отошла, но у нас всего 229 хп. Нужно ваншотить КВ-1. Откатываемся назад на КД. Что за жесть у нас происходит в этом бою? Я просто не могу понять, что за трындец. Нужно как-то попытаться проехать вперед. Сейчас здесь будет КВ-1. Счет становится уже 13-14. Японец тоже заходит на нас. Кидаем на КВ-1 на 362. Еще и с поджогом. Ну нет, без поджога. Нет, с поджогом. Он просто быстро починился, по-моему. Полечился. 6,5 минут остается. Ладно, ребят, пока я не забыл. Бой уже подходит к концу. Я что-то забыл точно. Заговорился рассказать все-таки вам, что за бонус-коды 3, помимо тех, что были с утра. Кстати, внимательно прожмите колокольчик сейчас и подписку на канал, потому что, возможно, от ВГ будут еще новые бонус-коды. И я в этом уже... раз не ошибусь, буду следить и сразу запущу стрим, где эти бонус-коды вам покажу. В общем, вот такая информация. Так что внимательно выполняйте условия. Вы внимательно подпишитесь на канал и прижмите колокольчик, чтобы не опоздать. А какие 3 бонус-кода будут еще в этом видео? Ребят, вы знаете, что у нас есть группа ВКонтакте, и прямо под этим роликом я разыграю
три бонус-кода прямо среди зрителей этого ролика. Как только вышел этот ролик, ссылка на нашу группу ВК есть в описании. Там появился пост, в который включен этот стрим, и этот пост, в принципе, является информацией о большой халяве. Так что внимательно сейчас подпишитесь на нашу группу ВК, перейдите, репостните запись с этим роликом, и на ближайшем стриме, который будет где-то, наверное, в четверг или в пятницу, ну, в общем, в группе ВК информация вся есть. На ближайшем стриме мы раздадим эти три бонус-кода, и среди тех, кто репостнет запись об этом видео с нашей группы ВК. Ссылка на группу ВК в описании. Также дополнительный розыгрыш дней премиум аккаунта и какой-то другой халявы среди победителей в этом ролике с комментариев. Так что целых два розыгрыша вас ждет. Один по ссылке в описании в группе ВК, другой прямо под этим роликом среди тех, кто напишет комментарий и все правильно выполнит. Так что участвуйте и побеждайте. Вот такая вот крутая халява вас ждет. Ну а теперь досмотрим все-таки финал этого сражения на КВ-2, который, кстати, промахнулся по японцу. Сейчас у нас 4 хп и остается буквально ультра крутые шансы, ультра маленькие шансы, как у ИИ, так и у КВ-2. Они абсолютно одинаковые, 50 на 50. Кто просто первый на реакции сработает. Видим японца, еще одна вертушка. Боже, там что, какие-то текстуры? Потому что сейчас просто непонятно, почему не проходят выстрелы. Нужно собраться с силами. Проезжаем вперед. 14-14, счет. 3,5 минуты до конца боя. Японец сейчас будет здесь. Нужно попытаться как-то заваншотить. Возможно, из-за холмика, из-за преграды какой-то выехать. Я не знаю. Пока не видно. 3 минуты 30 секунд. Вертушка. И это все-таки победа, ребят. Да, вот такое вот сражение. Итоги боя прямо сейчас будут перед вами. Прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, участвуйте в раздаче голды в этом видео. С вами был ваш Бомбилка, всем желаю удачи. Пока-пока, мужики. Ссылка на группу ВК в описании и колокольчик, подписка. Скоро будет информация о новых бонус-кодах от ВГ. Нужно их прямо сразу ввести. Все, всем удачи.